играем что-то вроде регги. Вот. Но чем дальше, тем регги остается меньше. Какая-то смесь всего, многих стилей, то есть там где-то речь таких есть, где-то действительно регийские мотивы, регийные мотивы, да, что-то там рок какие-то, ну, что-то в куче вообще, непонятно что. Вот. Начиналось все, в принципе, как, ну, дух, есть какой-то общий дух, общее настроение, это что-то все-таки около регийного. Мы с Димой были с гитаристом, ну, как-то в одной тусовке, и в одно время что-то появилась песня, потом он играет, я пою, вот как-то так получилось, что, ну, сыгрались, да, а потом одна, вторая, третья песня, четвертая, появились новые люди. Потом у нас становится все больше и больше. Теперь вот бас у нас, Николай замечательный, Иван на барабанах, и Алина на пианино, поэтому на клавиши. Ну вот. Ну, чем дальше, тем больше. Есть Павел на трубе. И, надеюсь, это не предел. Мы надеемся, человек до 100 дорастит это все. Марлины, потому что, ну, как-то думали, когда над названием. Ну, все, ни для кого не секрет, все, наверное, знают имя Боба Марли, поэтому играли с фамилией Марли, как-то Марли как-то несерьезно, Марли, ну и вышли в конце концов на Марли. Есть музыка, есть мы, да, и сейчас эти понятия, ну, до всем случае для меня, это неразрывно. Просто не петь или там не делать, не писать песни, не петь их, не играть, это уже не, просто уже нельзя. Вот, и поэтому, ну, от этого никуда не деться. Ну, это свыше, да, это есть, это дано, это данность, от которой уже, ну, просто не уйдешь.